чужаки. 7 дней назад. Спасибо. Мама! Знаешь, кто это? Привет, Лили. Я твоя мама. Добро пожаловать домой. Мама, смотри, что я сделал. Что? Что ты сделал? Смотри, это радиопередатчик. Ты сам это сделал? Да. Но его еще нужно доделать, чтобы я мог говорить с тобой в Афганистане. Я в твоем возрасте на такое способна не была. Томми, это очень здорово. Я отнесу это в комнату. Эти шрамы о многом говорят. О чем? Что я пошла на войну врачом и вернулась солдатом, как ты и говорил? Нет, не надо. Большая часть шрамов спереди, а не сзади. А значит, моя жена всегда смотрит в лицо опасности. Она никогда не убегает. Что ты герой? Ты правда сейчас так думаешь? Что я герой? Потому что ушла на войну, едва родив нашу малышку. Та ссора, что у нас была. Ты раньше так не делал. Извини. Но я не сказала, что мне не понравилось. Сражалась на войне. Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня.
Привет, любимая. Ты в порядке? Что это? Это тотем Тики. Я привез его из Гавайев. Местные верят, что он приносит удачу. Вот. Привет. Эй. У нее твои глаза. Я дам вам пару минуток, хорошо? Эй, пока-пока. Пока-пока. Эй, давай в кроватку. Что ты здесь делаешь, Томми? Приглядываю за Лили. Пойдем, я уложу тебя. Прочитай папину книгу о Гавайях. Он не показывает мне работу, пока не закончит. Тогда не рассказывай ему. Он держит ее в кабинете за новой книгой. Он пишет новую книгу? Книгу для детей. Пойдем, я отведу тебя в постель. День второй. Уверена, мы успеем отвезти тебя на уроки пианино, Эмма. Я больше не играю. Что? Но ты же очень любила. Ну, знаешь, подростки, они любят то, что ненавидели, и ненавидят то, что любили. Включай нас. О, слушай, мы поедем на автобусе. Уверена, это ерунда. Ну да, наверняка. Вот где мой гаечный ключ. Может, поможешь мне с машиной? Все еще работаешь над радио? Уже гораздо лучше. Я говорил с папой, когда он спал. Как это вообще возможно? Томми, хорошее воображение — это одно, а ложь совсем другое. Тесла сказал, что однажды мы сможем говорить с людьми из других измерений. Может, передашь мне ключ? Том, можешь принести мне удлинитель? Конечно, скоро вернусь. Том, хватит играться, ты тратишь воду! Лаборатория Томми. Не входите. У настоящего мужика должна быть крутая тачка, загородный дом и как минимум... Если у мужика есть приложение Бэтвинер, то у него будет и крутая тачка, и загородный дом, и счет в банке. Бэтвинер — это не только ставки на спорт, но еще киберспорт, слоты, казино, покер и 25 тысяч рублей бонуса каждому новому клиенту. Бэтвинер. Все, что нужно для успеха. Все поняла. Все хорошо. Хорошо.
Где папа хранит твой бенефрин? Хорошо. Готов? Ты в порядке? Экстренные службы. Какие услуги вам требуются? Здравствуйте. У меня ЧП. У моего сына аллергия на пчелы. Его только что... Я в порядке. Не нужно меня везти. Секунду, Томми. Тебе нужно в больницу. Последний раз папа меня не возил. Не возил? Уже не нужно, извините. Хорошо. Скажешь, если будет плохо? Хорошо. Томми, ты только что слышал звуки воды в гараже? Я хотел показать тебе папину работу, пока он не вернулся. Нельзя рыться в чужих вещах. Мне просто интересно, чем мои родители зарабатывают на жизнь. Знала, что демоны могут вселяться в людей? Это Маджина, женщина без лица. Папа говорит, ее зовут Акела. Томми, я не уверена, что мне нравится то, что мы роемся в папиных вещах. Я избавлю тебя от дискомфорта как можно раньше. Это ночные ходоки. Если посмотреть им в глаза, тебя засосет навсегда. Заклинание. Смотри, целая книга с заклинаниями. Кахуна написала одно для моей защиты. Жуткая фигня, да? Только посмотри на это. Сразу поймешь, почему я хочу писать для детей, да? Томми, можешь оставить нас с папой на минутку? Итан, ты профессор Оксфорда, исследующий раннюю полинезийскую историю гавайской культуры. Откуда такой интерес к детским книгам? Посмотри на все это. Только посмотри на все это. Для нас с тобой это всего лишь вещи. Мы называем их так, как их называют местные, но в итоге это всего лишь забавные вещицы. И мы так изучаем их, будто истребляем насекомых. Смотри. Это Мали. Я встретил ее на Гавайях. Я притворился, что верю ей, когда она рассказывала про то, во что она верит. Я выпытал у нее кучу личных историй. И зачем? Чтобы продать их миру. Что плохого в том, чтобы показать людям, каким она видит мир? Вызвать у целого мира желание посетить Гавайи и сделать из этой особенной веры дешевое туристическое направление. Вот что плохо. Я хочу вернуться. Я хочу вернуть все артефакты и... Может, тебе это тоже пойдет на пользу? Нам обоим пойдет. Это может стать нашим семейным отпуском. Ты никогда не эксплуатировал людей. Я ведь только вернулась. Я скучала. Знаю. Ahoy me kinki papalua, ahoy me ikamana, ahoy me kinki, ahoy me kinki, ahoy me ikamana, ahoy me ikamana, ahoy me ikamana, ikam.
Папалуа. Ahoy, mate, Ikamana. Томми, что ты делаешь? Читаю заклинание, чтобы ничего плохого не случилось. Канон научила меня. С тобой ничего плохого не случится. Я защищу тебя. Я люблю тебя. Пойдем попьем чаю. Ты знала, что демоны могут вселяться в людей? Нужно поговорить о Томми. Я волнуюсь за него. Ага. День третий. Извините за фамильярство, но... Вы не сумасшедшая. Зина. Что? Вот моя визитка. Но не говорите им, что я дал ее вам. Им не выгодно, чтобы их пациенты осознавали, что они больны. Но... Есть какая-то... темная сущность... В вашем доме. Звоните, когда поймете это. Миссис Кормак, доктор готов вас принять. Не все раны можно излечить бинтами. Отвез я ему к ее маме. Целую. Что ты делаешь? Я пришла от врача и нашла это. И я хочу знать, кто это сделал и зачем. Томми. Это был Томми. Он сделал это перед твоим приездом.
Что? Зачем? Ну, не знаю, может, ему просто нужно внимание. Томми! Томми, это ты перевернул фотографии? Я узнаю, в чем дело. Ладно, Томми, пойдем. День Я помню, как ты сказала мне, что хочешь играть на пианино. Мы ходили в торговый центр, а там на этаже с одеждой играл пианист. Ты остановилась и спросила, можем ли мы послушать. Мы сидели там 20 минут. Когда он закончил, ты посмотрела на меня и сказала, «Мамочка, я тоже так хочу». Тогда ты впервые назвала меня мамой. Помнишь это? Что ты сделала? Итан? Итан! Изи? Звони в скорую. А что случилось? Самана? Где Эмма? Нет, нет, звони в скорую, Итан! Изи, что происходит? Что стряслось? Эмма? Она у мамы. Я оставил тебе записку. Нет, не отвез. Она ненавидит туда ездить. Она не хотела, чтобы я говорил тебе. Где Эмма? Она останется у друзей. Нет, нет! Но ей почти 18, мы... Нет, дело не в этом. Смотри, я покажу тебе. Все есть на записи. Смотри. Thank you.
И? Эмма была там, я говорила с ней. Что это? Ну, это просто свет из окна. Ну, пианино. Ты слышал пианино, да? Ты врешь мне! Изи, Изи. Может, расскажешь о том, что случилось у Марджи? Это вообще тут ни при чем. Ты пьешь таблетки? Да. Это была не галлюцинация. Послушай меня. Может, все-таки съездим в отпуск, как я предлагал? Я думаю, что передышка тебе не помешает. У меня нет стресса, Итан. Врач сказал... Ты видел это? Там. Это просто Томми. Я ведь вижу, что у тебя стресс. Видишь? Я не уйду, пока не разберусь. Ладно. Здравствуйте, Элизабет. Откуда вы узнали, что это я? Я чувствую, что случилось. День пятый. Можно поставить это здесь. Можем ли мы избавиться от формальностей? Мой муж считает, что после завершения материальных дел легче предаваться вечному. Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте. Итан, я попросила Ричарда провести сеанс. Добрый день, я Ричард Теннер, а это Хью. Угу. Да, можно тебя на минутку? Конечно. Я скоро. Кто эти люди? Слушай, я встретила Ричарда в офисе психиатра, и он понял, что со мной что-то не так, хотя я ничего не говорила. И потом я позвонила ему, а он знал, что мне нужна помощь. Так он преследует женщин с психологическими проблемами в офисе психиатра? Ты ведь не ревнивец. К тому же Ричард гей. Слушай, я знаю, тебе кажется, это какая-то бессмыслица. Я и сама не совсем понимаю. Нет, я все очень хорошо понимаю. Ты что, не видишь? Он платит секретарю, чтобы получать информацию о пациентах. Он записал твой номер в телефон, чтобы знать, что звонишь ты. А потом он впаривает всякую магическую абракадабру. Я не прошу тебя понять, я прошу тебя уважать. Я выведу их из нашего дома. Нет, я пошла к психиатру ради тебя, а это для меня. И ты должен уважать это. Отведу детей в отель. Да ладно, Итан, ты перегибаешь. Я перегибаю. С тех пор, как ты вернулась, ты просто катастрофа. Это я перегибаю. Эмма, Томми. Томми! Я очень извиняюсь. Пожалуйста, не надо извиняться. Для родных это может быть очень непросто. Присядьте. Я постараюсь объяснить вам все, что смогу. Я отвечу на любые вопросы, пока я там. Где там? Увидишь. Его будет записывать все с этого момента. Это камера ночного зрения, чувствительна к эктоплазме. Это след от астральных тел. А эта машина улавливает частоты, неуловимые человеческим слухом. Иногда мы что-то находим, но это не точная наука. Просто запомни, что бы ни случилось, оставайся спокойно. Оставайся на месте. Не пытайся установить физический контакт с духом. Это небезопасно.
Здесь кто-то есть. Женщина. Женщина, которая жила здесь. Она привязана к этому месту. Чего она хочет? Ее что-то беспокоит. Что-то не так. Она хочет... Чего она хочет? Ты в порядке? Демоны внутри. Здесь кое-что есть. Чего она хочет? Это темная сила. Ваша семья в большой опасности. Этому дому нужна серьезная чистка. Это можно сделать? Ему нужно отдохнуть. О, спасибо. Мы вернемся в другой день. Итан? Да? Итан, у меня есть доказательства. Что, Изи? Что? Какого? Скажи, Изи, что такое? А? Ты здесь? Да. Я все еще здесь. Итан, ты был прав. Ты был совершенно прав, я... Вернись, нам нужно поговорить. Я такая дура. Мы ездили в магазин за углом. Я никогда так просто не брошу тебя. Что мне делать? Наши вещи собраны. Почему бы тебе не взяться за свои? Затем поедем отдыхать. Гавайи. День шестой. Достанешь ключи из ящика. Тебе понравится. В прошлый раз было так классно. Правда, Томми? Дом, милый дом. Не говори так. Камунака. Неправильно. Тогда ты скажи.
Хуму-хуму-нуку-нуку-апуа. Ты это придумала? Такое правда есть. Пойдем к лагуне покажу. Ладно. Почему ты не хочешь пойти с сестрой? Будет весело. Там нужно идти сквозь пчел. Пчелы особо не вылетают из улья. Если что, пойдешь через дом. Посмотрим, как раскачаешь. Мама, я видела мое домино. Томми, зачем ты перевернул семейные фото? Скажи мне. Это не я. Хватит мне лгать! Ты что-то скрываешь от меня? Отвечай, что происходит? С кем ты говорил ночью по рации? Я видела, как ты в комнате что-то напевал. Ты говорил, что видел Кахуну, и она наложила на тебя защитное заклинание. Что там было? Говори, Томми, это очень важно. Что ты от меня скрываешь? Прости. Прости меня. Прости. Мы потом поговорим. Когда тебе станет лучше, ладно? Привет. Привет. Куда идешь? Слушай, у меня какие-то видения. Галлюцинации. И это не ПТСР, я принимаю лекарства. Откуда тебе знать, что это не ПТСР? В другое я отказываюсь верить. Томми сказал, что видел Кахуну. Раньше я не придавала этому значения, но вдруг она знает, в чем дело. Вдруг это из-за нее. Изи, ты только что вернулась с войны, и ты... Договаривай. Ты моя жена. И что, из-за того, что я женщина, у меня должен быть ПТСР? Ты назвал меня героиней. Так и есть, но это никак не связано с тем, что ты женщина. Скорее, с тем, что ты такая, какая есть. Ты бежишь навстречу опасности, будто бессмертная. Так делают на войне. Она всегда оставляет шрамы, и не все из них физические. Я найду Кахуну, и это не ПТСР. Хорошо, ладно, но она сейчас не открыта. С утра встанем и пойдем вместе. Что бы там у тебя ни случилось, мы разберемся, как семья. Иди ко мне.
Сидди на улицу. Ой. Пити, на улицу! Мы оставили Пити дома на няньку. Помнишь? Ложись спать, любимая. Что случилось? Почему ты проснулся? Мама. От Кахуны, которую ты видел. Мы завтра туда пойдем. Томми? Просто дурацкий тотем Тики. Он тоже меня пугает. Можно я сегодня буду спать с тобой? Конечно же. День седьмой. Доброе утро. Последняя возможность пошаманить перед тем, как я верну все это. Не беспокойся. Работает, если только на время зажечь определенные травы. Покажешь? Конечно. Что случилось? Ой. Мамочка! Не думаю, что там что-то серьезное. Томми, куда мы? Томми, куда ты меня ведешь? На что ты смотришь, Томми? Он говорит, что нам нужно воду. Кто? Он просит не говорить никому. Он спросил, почему Эмма больше не боится воды. Хорошо. Жди меня здесь.
Клейтон, мы нашли в лагуне 3 трупа. Надо сейчас же уезжать отсюда. В машине позвоню в полицию, а ты зови Эму. Эмма? Изи, ты не видела Эму? Ее нигде нет. На улице смотрел? Да. Эмма! 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 Эмма, солнышко, мы уезжаем! Это телефон? Да. Он в подвале. Останься здесь и звони в полицию. Все в порядке? Мамочка, пожалуйста, помоги мне. Какой-то мужчина говорит, чтобы ты шла на звук кипящей воды. Эмма, скажи, что ты видишь вокруг себя. Ты его слышишь? Пожалуйста. Да. Я слышу. Иди за ним. Я нашла кипящую воду. Этот мужчина говорит, что там есть стол, и ты должна привязать себя к нему. Эмма, скажи мне, что ты видишь вокруг себя? Пожалуйста, мама, он делает мне больно. Привяжи себя. Передай ему, что я хочу поговорить. Он делает мне больно. Передай, что я не буду следовать его указаниям, пока не поговорю с ним. Эмма? Эмма, ты еще там? Ты нормальная? Сними эту маску. Я видела ее в кабинете папы. Хотела посмотреть, насколько ты меня любишь. Подвергла бы ли ты себя опасности, чтобы спасти меня? Конечно же! Но ты не привязала себя к столу. Эмма, здесь произошло нечто ужасное. Надо уезжать. Привяжи себя к столу. Докажи, что любишь меня, что веришь. С меня хватит. Мы уходим. Почему ты готовишь завтрак? Ты вызвал полицию? Да, конечно. Они уже едут. Вижу, ты нашла Эмму. Эмма. Ей поиграться захотелось. А теперь уходим. Скажи своей дочери собирать вещи, а я за Томми. Томми, ты меня слышишь? Слышу. Томми, мы уезжаем. Папа хочет с тобой поговорить. Я его только что видел, он внизу. Изи, это не я. Сейчас же забирай Томми и уходи оттуда. А как же Эмма? Это тоже не она. В прошлый раз, как мы здесь были... Семья у лагуны забрала наши тела.
Теперь хотят забрать твое. Это невозможно. Я пытался тебя предупредить. Фото на стене. Пианино. Радионяня. Мы пытались напугать вас, чтобы вы уехали. Почему ты раньше не сказал мне? Я пытался, но они все подстроили так, чтобы ты мне не поверила. Я не переворачивал фотографии. Ты перестала верить мне, мама. Я же говорил, я разговаривал с папой, пока тот мужчина спал, а ты... Прости, что не поверила тебе. Надо спрятаться. Может, в туннеле? Пожалуйста, оставь Лили в покое. Знала бы ты, как меня бесит разговаривать с дурацким акцентом твоего мужа. Заклинание готово? Такова наша культура, которую твой муж хотел украсть. Поэтому она приняла его и Эму за меня и нашу дочь. Покажи нашей солдатке, куда идти. Твоей маме тоже нужно новое тело. Попробуем еще раз. Привяжи себя к столу. Итак, сегодня ты узнаешь, как добиться успеха. И для этого тебе нужно сделать всего два простых шага. Первый – перестать слушать этого дятла. Второй – установить приложение BetWinner. BetWinner – это не только ставки на спорт, но еще киберспорт, слоты, казино, покер и 25 тысяч рублей бонуса каждому новому клиенту. BetWinner – все, что нужно для успеха. Она здесь.
Эмма! Эмма! Ау. Есть кто? Мама, ты слышишь меня? Иди на мой голос. Мамочка. Где ты? Томми, пожалуйста, не говори. Томми, ты меня слышишь? Я тебя слышу. Иди на кухню. В кладовке есть дверь, ведущая в подвал. Иди через туннель, там встретимся. Томми, мне нужно твое тело, чтобы все исправить. Только ты можешь спасти нас. Мне нужно перенестись в твое тело. Кипит. Вылей воду на свое тело. С головы до пяток. Сделаешь это ради меня. Томми, на все свое тело. Что бы там ни происходило, не останавливайся. Хорошо. Okay.
Ухай Калани. Ухай Калани. Малмо ко ямаку. Ихомай кайте. Ихомай кейте. Ихомай ка камай. Ихомай ка мабо поно. Ихомай кайке папалуа. Ихомай кай камана. Эли эли камай. Эли эли камай. Томми, ты в безопасности. Мамочка тебя любит. Ты слишком много знаешь. Тебе пора. Что-то горит. Томми, подвал. Что ты здесь делаешь? Открой дверь, Томми. Томми! Я тебя сейчас выпущу! Я разберусь с Томми. Спи, дорогая. Thank you.
выпусти меня. Томми, это не смешно. Я серьезно говорю, выпусти меня. Ты пришел из домика в лесу, где заканчивается дорога. Томми! Там жила женщина. Ходили слухи, что она могла переносить души мертвых в живых. Ее убили вместе с семьей. Но твою душу уже перенесли. Правда? Томми! Это моя дочь. Эмма. Томми, выпусти меня. Прости. Ничем не могу помочь. Я тоже кое-кого потеряла. Душу, которую уже не вернуть. Я была в Мардже. На девочке, ровеснице моего сына, был жилет со взрывчаткой. Я застрелила ее, прежде чем она запустила отчет. Я знаю, каково не иметь возможности защитить невинных. Но как уберечь их от того, чего ты не видишь? Никак. Нужно хотя бы попытаться. Пожалуйста. Нужно отвезти ее туда, где был переход. Говори ее имя и зови ее. Пойдем. Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня. Мама, это ты? Они убегают. Иди. Это твой папа. Неправда. Тетя Мэй, пришло время вернуть мою семью в их тела. Работала. Томми. Томми, извини, что пришлось пройти через это. Прости меня. Иди к ней. Я верну твоего мужа.
Томми, пойди посмотри, как там Лили. Эмма? Эмма, ты в порядке? Давно мы не были вместе. С тех пор, как ты здесь осталась. Наверное, ты очень устала. Осталось еще немного. Сейчас мы возвращаем папу. Обещаю. Изи. Я так по тебе соскучился. Погоди. Тот день, когда я уехала в Марджу, из-за чего мы поссорились. Ты сказала, что уезжаешь, чтобы прекратить кровопролитие в стране, полной боли. И готова пожертвовать нами. А ты сказал? То их кровь запятнает твои руки. Прости. Прости, что уехала. Нет, ты меня прости, я повел себя как эгоист. Миру нужны такие врачи, как ты. Врачи, которые становятся солдатами. Неважно. Я рад, что ты пришла и нас спасла, капитан. Пойдем. Папа, ты вернулся. Ты наконец вернулся. Нужно провести очищение. Что с ней случилось? В ней Каймони. Это очень опасный демон. Где Лили? Присмотри за Томми. Хорошо. Эмма. Пожалуйста, оставь Лили в покое. Она в своей комнате. Я присмотрю за ней. Итан. Все будет хорошо? Да. Это не Эмма. Последний раз, когда Каймони кого-то похитил, он ее убил. Я ее убила. Нет. Ты пыталась спасти ее. Ее звали Руби. Я назвала ее в честь семейства цветов Плюмерии. Перенос на демона не сработает. Демон никогда не жил. Нужно провести обряд экзорцизма.
Эмма. Мамочка. Останови это, пожалуйста. Останови это. Демон слишком сильный. Лагуна. Нужно отнести ее туда. Мы должны убить его. Только тогда сможем вернуть ее. Под воду. Изи, стой. Он снова заберет ее. Возьми меня вместо нее. А эту девочку не трожь. Давай пойду я. Нет. Это мой бой, а не твой. Ты оставайся с семьей и береги их. Это твоя цель.
Эмма, очнись! Она умерла слишком поздно. Нет, она очнется. Изи, Изи. Я не могу вспомнить, что она говорила. Скажи своими словами. Прости, что меня не было рядом. Пожалуйста. Господи, верни ее. Верни мою дочку. Не дай ей невинной погибнуть. Пожалуйста. Мама. Эмма. Эмма. Погоди. Что случилось, когда тебе исполнилось 13? Споткнулась, пришлось наложить гипс на ногу. Но я не была против, так как могла играть на пианино. А когда я повела тебя на первый урок плавания, что ты мне сказала? Что у меня аллергия на воду. Я так соскучилась по тебе. А тетя Мэй? На то, чтобы открыть ресторан. Где будут подавать только домашнее пиво? С домашней едой. Мама, так ты остаешься? Невероятно. Лучший пирог в моей жизни. Просто прелесть.
Tree.